крутой, с очень красивой женой, обалденный такой, офигенный такой, с ночепатный такой, и обалденный такой, а фонарей не такой, а фонарей еще... Покажу оригинальные окраски, которые сохранились до сегодняшнего дня. Окей? Так. Тут сколько колонн? 134 колонны. В 16 рядах расположены. А почему 134 колонны? Так это освещение в евро время? Я нет. Внимание, пожалуйста. Мы уже домовились, если мы хотим узнать, кто есть и кто, или кто построил что, мы должны искать что? Картина. А? Правильно, картуш, загранпаспорт. Согласно этим картушам, этот зал был построен фараоном Рамзесом II. И тут встречается очень большое разногласие насчет такого определенного количества колонн. Одни ученые говорили, что это количество его жен. А другие нет. Количество его детей. Но несмотря на эти разногласия, все ученые в конце концов, они пришли к согласованному выводу, что количество колонн в этом зале так или иначе связано с семьей Рамзес, его женами, его детьми, но самое главное. И самое главное, 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 главное. Причина, по которой он построил такой громадный зад, это его сексуальная способность. Потому что на всех этих колоннах мы видим Рамзеса, поклянется только одному богу. Бог, который изображается с одной рукой, одной ногой, с таким ла-ла-ла. А где тут на этих колоннах, смотри, пожалуйста, вот над нами, а? Нашли ла-ла. Дальше, давайте чуть назад. Вот, нашли, ла-ла-ла, нашли, а? Денис Кондрюха, у вас такого нет? Здесь конец солнца, вот. Нашел? А, вот. Да. Ла-ла-ла, да? Обращенный прав. А вот напротив нас, ла-ла-ла. Что за бог вообще? Это бог плодородия у древних египтян. Как звали его? Амуни, внимание, Амуни. История этого бога была ужасная война. Фараон забрали всех мужчин, кроме одного инвалидного мужчины, с одной рукой, одной ногой. Фараон оставил его в город, чтобы охранять женщин, и фараон поехал воевать. И через несколько лет вернулся фараон. А когда вернулся, заметил, что все женщины временные, и очень много новорожденных мальчиков бегают у города, бегают в города. Спрашиваю женщин, кто это за это? Все мужчины поехали на войну. Женщины коварные ответили, это инвалид Мин, старик Мин. Фараон обиделся, кричал, сказал, найдите его. Ищите его, искали, нашли. Фараон решил наказать его самым ужасным наказанием мужчин. Не резание совсем, а отрезанием. Женщины стали против, потому что очень сильно понравился Мине. И они решили спасать ему жизнь. Они решили заплатить цихаря жрецам, чтобы уговор фараона Андриоха отпустить такого инвалида. Жрецы пришли к фараону Андриоху и спрашиваем его очень загадочный вопрос, на который он не мог найти ответ. Уважаемый фараон Андрей, как вы думаете, то что знает такой инвалид, старик, со всеми нашими женщинами нормально, что все наши женщины беременные, а мы сделали УЗИ для всех этих беременных женщин, и оказалось, что у них есть одни мальчики. Древнеегипетские УЗИ, которые заключили в том, что попросили у беременной женщины сделать по-маленькому, а потом поливали семена ячмя, пшеницы, мочой этой женщины. И смотри, что произойдет. Если ячмя вырос, значит, у нее есть майсы. А если пшеница, пшеница, да? Наташа, Эричка, неважно. Тем более новорожденные дети, одни мальчики, вы кого потеряли на войне? Мальчиков, солдатов, это просто ненормальный человек, это бог Амун-Ра хотел вам помогать, создать для вас новую армию, место, которое вы потеряли. Понятно? И с того момента начали его, вот начали поклясться ему в качестве бога для народа у древних египтян. Уговорили. Это без реставрации, это оригинальная краска, которая сохранилась до сегодняшнего дня. Вот смотри, пожалуйста. Окей? Там вот эти 4 картуша. Видно вам, Дениска, да? Угу. И там написаны имена фараонов, вот, которые они построили такой зал. Но имена какого фараона? Именно вот это фараон Рамзес II. Смотри, пожалуйста. Иногда тоже меня спрашивают, Майсы, у нас были друзья в Египте, и нам принесли в сувениров, в качестве сувениров, такие карши, такие колоночки с нашими именами. А мы не знаем, можно ли носить такой колончик и вместе с крестом или нет.
Крест символ чего? Это, безусловно, это символ христианства, правильно? Полумесяц мусульманства, а картуш или кулончик такой. Смотри, просто. Думаю, что нету никакого, нету никакой религиозной связи между кулончиком такой и нашими религиями. Почему? Дима, пожалуйста. Тут у меня какая форма? У меня сверху лотос, символ любви. Вот. А тут имя и характер. Так. А вот как у Андрея, например, как у Ирины, вот это ваш характер. Вы думаете, что нету никакого отношения, нету никакой связи между кулончиком и нашими религиями небесными. Так, носить можно? Можно. А, кстати, носить такую картошь не обязательно на шею. Можно в качестве браслета. Ну, так, можно кильёч от машины. Вот моя машина хорошая, Софья моя. Вот картошь. От машины, вот от квартиры. Не обязательно носить такую картошку вот на шею. Понятно? Pesa 400 toneladas. Sí. Este marisco pesa 400 toneladas. Una pieza sola. No como los grupos de Buenos Aires. Bueno, más. Давай пять.